К сотрудникам дорожно-патрульной службы 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» лейтенанту полиции Дмитрию Лохину и старшему лейтенанту полиции Виталию Яценко обратился водитель. В его машине находилась беременная супруга, у которой начались роды. Женщина срочно нуждалась в медицинской помощи. Пересадив роженицу в патрульный автомобиль, инспекторы оперативно доставили ее в роддом и передали врачам. Вскоре на свет появился здоровый малыш.